Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий срок оплаты штрафов ГИБДД с 50% скидкой с 20 дней до 60. По мнению авторов инициативы, такая мера окажется полезной в условиях, когда у многих россиян доходы снизились, а кто-то и вовсе лишился работы. Ранее эти же депутаты подняли вопрос об увеличении размера скидки до 70%, но только не за грубое нарушение ПДД. Трасса 101. Пессимистичные прогнозы по поводу спроса на новые легковые автомобили в России в этом году пока не сбываются. В марте продажи увеличились почти на 23%, сообщает агентство «Автостат». Самой востребованной моделью осталась «Лада Гранта». «Лада Веста» вернула себе вторую строчку. Бронза досталась «Киа Рио». У «Хёндэ Крета» и «Фольксваген Поло» четвертое и пятое места соответственно. Трасса 101. Lexus пополнит линейку кроссоверов премиум-класса очередным экземпляром LQ. Машины японцы представят, как ожидается, в следующем году. Базовым для нее станет шестицилиндровый бензиновый мотор мощностью 416 лошадиных сил. В более дорогих версиях будет присутствовать 600-сильная турбовосьмерка. Начальный ценник авто будет находиться на уровне 80 тысяч долларов, около 6 миллионов рублей по нынешнему курсу. Трасса 101. Новые автомобили дешевле не становятся. Некоторые производители повышают стоимость машин по несколько раз в год. Последний раз это было в начале апреля. Что сейчас происходит с ценами на новые «Лады» в Кирове, пояснит маркетолог салона «Лада» на Пугачева 32 Аксинья Будахина. Автомобили подорожали на 5000-9000 рублей. Это демократично в сравнении с другими брендами. Я считаю, что это минимальное повышение цен. К примеру, «Лада Гранта» в марте стоила 455 900 рублей, а в апреле 460 900 рублей. Городской седан «Лада Веста» в марте стоило 629 900 рублей, сейчас 636 900 рублей. Это рекомендованные розничные цены без учета выгод. А в апреле действуют госпрограммы, вкусное предложение от РНБанка, каска в подарок, выгода по трейды до 50 000 рублей, а также программа «Лада Лизинг». В сегодняшний день «Лада» остается самым доступным автомобилем. Возможно, забронировать «Ладу» онлайн. Для этого необходимо выполнить 5 простых шагов, зайти на наш сайт официальный, заполнить форму заказа, дождаться уведомления на электронную почту и подтвердить заказ, после чего менеджер свяжется. Все вопросы вы можете задать по телефону 715-300. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.